Тот случай, когда сильный пол показал свои самые слабые стороны. В Новой Зеландии во время катания на аттракционе молодой человек дважды потерял сознание, тогда как его спутница хоть и кричала, но оказалась более выносливой. Аттракцион работает по принципу маятника. И когда молодые люди полетели вниз, парень почти сразу отключился на несколько секунд. Затем пришел в себя, но потом снова потерял сознание. Впрочем, его подругу эта ситуация не напугала, а наоборот, развеселила.